Морское путешествие. Здесь так весело. И красавчик Кэтнэп тут. Можно к тебе? Мисс Дилайт? Кэтнэпа нужно отвлечь. Давайте танцевать. Это моя любимая песня. Ах так? Киттинэп, хочешь покататься? Ух ты! Давай! Отлично! Хорошего плавания! Ура! Мы остались вдвоем! Лалилу спасет. Подберем хвостик. Смоем узор. В розовом будет лучше. Больше блеска. Прорисуем чешуйки. Покроем лаком. Топик в тон. Подвесим полумесяц. Теперь Киттинэп – русалочка. Где это я? Добро пожаловать в подводную школу. Присаживайся, милая. Вау, рыбка. Ауч, колючая. Но почему? Садись за парту, расскажу. Я готова. Дети, внимание. Это морские обитатели. Киттинэп, у тебя вопрос? А я рыбка или акула? Она ведь шутит. Ха, черепаха. Тише, дети, ты русалка. И вот советы для тебя. Хорошо, я поняла. Фугу колючая, дельфин хороший. А медуза, ее лучше не трогать. А ты милая. Дети, перемена. Я пока что осмотрюсь. Вау, что это? Сокровища. А как открыть? Скоро узнаем. Перекрасим коробочку. Найдем запчасть. Прикрепим замочек. Добавим шестеренку. Подсушим в лампе. Найдем ножки. Вуаля! Затонируем уголки. Состарим сейф мхом. Наполним сокровищами. Китти, сможешь открыть? Послушаем. Ура! Есть! Сколько тут всего? Получилось! Мне идет! Я королева океана. А можно примерить? И я хочу. Какие бусы! Конечно! Держи, красотка! Это вам отлично смотрится. Спасибо, Киттинэп. Ты лучшая. Сокровища! Теперь это мое. Я первая нашла. А ну, снимай. Прочь отсюда, малявки. Ха! Вот так повезло. Все мое. Это нечестно. Не доросла еще. Я это так не оставлю. Лалилу, нет времени ждать. Ускорим взросление. Ура, получилось. Ой, а волосы хочу длинные. Держи. Подкрутим кончики. Сияющий взгляд. Подготовим ткань. Прошьем нитями. Скорее на примерку. Дополним фатином. Разрисуем плавник. Блестки. Отрежем цветочек. Вуаля! А бантик? Прошу. Теперь я подросток. Мисс Дилайт, что теперь скажешь? Что-то изменилось. Сразимся. Верни сейф и драгоценности. Еще чего? Отдай. Нет. Вот упрямая. Моя цепочка. Ну и забирай. Дарю. Слишком высоко. Ну, держись. Киттинэп. Ей нужно помочь. Не ожидала? Дилайт, отдавай все. Я первая нашла сейф. Иначе мы сами заберем. За дело. Да пошутил ее, подумаешь. Дай пять. Захватим с собой пластилин. Смастерим рыбу-пилу. Слепим туловище. Добавим плавники. Прикрепим хвостик, вставим шпильку. Теперь глазки. Лучше в голубом. Подсушим в лампе.
Украсим стразиками. Возьмем зубочистки. Теперь это зубки. Она поможет спасти Китти-Нэп. Рыба-пила не обидит русалок. Ты очень смелая. Без тебя я бы не справилась. Вот вы где. Рано радуетесь, голубки. Ой, что это? Проделки Мисс Делайт. А ну стой, от меня не уйдешь. Догоню. Китти-Нэп, где она? Фу, уплыла, устал. А это кто? Точно, рыба-пила, есть идея. Извините, сэр, нужна ваша помощь. Сможете перерезать сетку? Окей. Смотри, кого я привел. Кажется, получается. Еще чуток. Ну же, давай. Ура, получилось. Спасибо за помощь. Отличная работа. Китти, у меня есть для тебя сюрприз. Лалилу, поможешь? Нужен набор аксессуаров. Возьмем коробочку, перекрасим в розовый, подберем бусины, понадобится мелкий бисер, завяжем колье, сделаем колечко, постелим поролон, сверху ткань, выложим набор, закроем бокс. Китти-Нэп должно понравиться. Что это у тебя? Сейчас узнаешь. Любопытно. Посмотрим. Хочу примерить. Я застегну. И браслетик. Как мило. Спасибо, я в восторге. Идеально подходит к образу. А колечко не заметила. Ты кое-что забыла. Это для тебя. Нравится? Ариэль должна это увидеть. Как же все успеть к свадьбе? С помощью магии Лалилу. Подготовим ткань. Снимем замеры. Захватим заготовку. Прошьем на машинке. Отлично. Вуаля. Украсим тесьмой. Вырежем плавник. Прикрепим снизу. Вылепим топ. Теперь я совсем взрослая. Привет, Китти. Hi. Ты выходишь замуж? Я так рада. Wow. Подберем наряд. Look. Пойдет ли мне? Wow. А ты примерь. Okay. А вот и зеркальце. Hey. Я правильно надела. Сними немедленно. Неужели так плохо? А если так, ты неотразима. Wow. Ой, который час? Надо бежать. Goodbye. Понадобится букет. Займемся кораллом. Покроем термоклеем. Глиттер. Вставим в коробочку. Для морской невесты. Все готово. Yes. Китти опаздывает. Где же она? А вот и я. Закрой глаза, только не подглядывай. Ничего не вижу. Ауч, что это? Твоему образу чего-то не хватает. Теперь идеально. Amazing. Я снимаю. Китти-Нэп, так прекрасно. А где же жених? Бегу, бегу. Твой букетик. Ух ты, спасибо. Объявляю вас мужем и женой. Люблю тебя, Китти. Ой, животик стал больше. Неужели это малыш? Шкала любви поможет узнать. Соединим трубочки. Подготовим ленты. Натянем заготовку. Сверху фоамиран. Обозначим уровни. Зафиксируем подставку. Ариэль, забирай. Okay. Поможет измерить уровень любви. Ой, икринки. Будущие детки. Нет, пока еще рано. Stop. Сперва измерим. Узнаем уровень вашей любви. Wow. Дай 5. Маловато. Любимая моя.
уже лучше. Yeah. Есть только один способ доказать. Ура! Получилось! Мы станем родителями. Возьмем икринки. Магия Лалилу. Ложись, крошка. Сделаем хвостик из термоклея. Сменим цвет волос. Выделим локоны. Добавим в тирку. Прямиком в лампу. Подчеркнем глазки. Нарисуем топик. Украсим полумесяцем. Милые ушки. Привет, сестренка. Родители уже заждались малышей. Милашки. Как похоже на нас. Готов? Взлетаем. Стой. Не поймаешь, не поймаешь. Поиграем вместе. Кто быстрее? Погодите. Стойте. Ох, устала. И я. Эй, мы тут. Приветик, друзья. Вам помочь? Да. Нам нужен отдых. Идите ко мне. Пора спать. Баю-баюшки-баю. Спят? Как тебе это удалось? Теперь можно и на вечеринку. Но где же все гости? Сюрприз! Ура! А вот и я! Знакомься, это моя девушка. Давайте веселиться! Как он мог? О, голова кружится. Что с ней? Моя любимая! Догдей! Hello. Ты нам нужна! Yeah, okay. Без детектива не обойтись. Woo! Лалилу, мне нужна униформа. Okay. Возьмем распечатку. Вырежем выкройки. Прошьем на машинке. Наденем накидку. Вручим удостоверение. Мне идет форма. Так, так, так. Интересненько. А вот и улика. Кулон. А это что? А тут? Это камера. Пора разобраться. Начнем. Детективное бюро открыто. Подключим. А теперь посмотрим. What? На видео не хватает главной части. У меня заказ. Понадобится соломинка. Нанесем штрихи. Вставим наконечник. Набор дротиков. Будь с ними осторожна. Я знаю, как собрать всех вместе. Легкая добыча. Индийцы охотились на бизонов. У меня вопрос. А это что? Догдей, давай. Ауч. Yes. Пошли. Теперь крафти корн. Иго-го. Мимо. Где я? Дротик. Ой. Что же такое? Oh my God. Вторая попытка. Привет. Ой, что это? Дротики закончились. Остается только атаковать. Все подозреваемые на месте. Сделаем фото. Улыбочку. Я не виновата. Можно без вспышки. Please? Что за шутки? Лалилу, дело за тобой. Возьмем фото. Приклеим к доске. Прикрепим булавки. Напиши в комментариях, кого ты подозреваешь. Узнаем, кто преступник. Просыпайтесь. Hey.
Время узнать правду. Let's go. Развесим фото подозреваемых. Нитка мне понадобится. Ага. Вы все связаны с Китти Нэп. А вот и отпечаток. Ага. Кому же он принадлежит? А? Скоро узнаем. Лалилу, смотри. Please. Мы знаем, что делать. Найдем контейнер. Разрежем поролон. Вставим внутрь. Выберем краски. Приклеим образцы. Стикер на крышечку. Подберем фурнитуру. Сделаем валик. Мы точно найдем виновного. Thank you. Приготовьте ручки. Снимем отпечатки. Нанесем. Uh-huh. Uh-uh. Не подходит. No. Нюхом чую, что это ты. Uh-huh. Не я! Uh-huh. Твоя очередь. No. Это не я. Но это не точно. Есть сомнения. Нам нужен детектор лжи. Okay. Возьмем полусферу. Найдем мячик. Установим сверху. Понадобятся шнурки. Приклеим к шлему. Подпишем прибор. Это твое. Thanks. Поспешу в бюро. Пора раскрыть правду. Давай, Крафтикорн. Подключим тебя. Это не моя вина. Hey. Вот и проверим. Что у нас здесь? Huh? Крафтикорн не врет. Кэтнэп. Please. Я люблю Китти. Сейчас узнаем. Остается мисс Дилайт. Сейчас выясним. Мисс Дилайт. Hey. Спряталась. А вот и ты. Есть что скрывать? Huh? Я и пальцем ее не трогала. Что с детектором? Похоже, он сломался. Как теперь быть? Hey. Hello. Вам доставка. Ариэль, что же с ней случилось? Huh? Это преступник. Стой! Есть идея. Возьмем хуба-бубу. Вытащим слайм. Больше блесток. Поставим в духовку. Вытащим жвачку. Разрежем ножницами. Соберем упаковку. Спрячем жвачку. Твой заказ готов. Thanks. Куда он убежал? Huh? В ту сторону. Смогу догнать. Вот это шар! Стоять! Что? Кто это? Ты попалась, преступница! Смотри, там птичка! А? Где? Жвачка поможет и мне! Пока-пока! Стоять! Опять убежала! Я ее упустила! Любовь моя! Китти Нэп! Неужели ее не вернуть? Возьмем заготовку, обклеим фоамираном, украсим полубусинами, постелим мягкую ткань, закроем крышку, вырежем окошко, удобное местечко для Китти Нэп. О нет! Моя любимая! Бедняжка! Не плачь, милый. Время лечит. О, мисс Дилайт. А как же я? Эй! А? Кэтнэп, ты мой. Нет, мой. Отпусти. Stop it! Что на вас нашло? Ищем детектива. Что случилось? Я могу помочь. Здесь все произошло. Посмотрим. Она ела торт. Любимая! Oh, no! Скорая помощь уже здесь. Что же случилось с Ариэль? Доктор, ей нужна помощь. Ничего не знаю, у меня обед. Bye. Please stop. Mm-mm.
Давайте измерим пульс. Okay. Его нет? Есть идея. Сегодня я буду доктором. Hi. Лалилу, мне нужен аппарат. Поможем его скрафтить. Возьмем мыльницу. Нагреем ножик. Обрежем крышку. Пенополистирол. Добавим экран. Приклеим дисплей. Рядом дополнительный. Подготовим бутылочку и слайм. Рыбный бульон. Аппарат для поддержания жизни специально для русалочки. Let's go. Подключим Ариэль к прибору. Помогите. Please. Взяли. Вот так. Рыбный бульон должен помочь. Посмотрим. Появились признаки жизни. Еще трубочки. Показатели растут. Что со мной произошло? Ариэль! Ты очнулась! Этому не бывать. Урсула обрубила провода. Well done. Нужно искать другой способ. Let's go! Let's go! Доставим ее в замок Эльзы. Stop. Hey! На месте. Мы вернем тебя, любимая. Нужно что-то придумать. Тише, цветочки не любят крики. Это вода? Ага. Есть идея. Что же в пенале? Захватим баночку. Обрежем часть. Наполним жидкостью. Вставим дозатор. Приклеим этикетку. Держи спрей, Олаф. Вау. Спасибочки. От воды ей станет лучше. Побрызгаем, Ариэль. Oh, о нет, перестаралась. Все пошло не по плану. Oh, no. Ох, любовь моя. Нужен новый план. Мы тебе поможем. Но как? Есть идея. Поехали ко мне. Взяли. Смогут ли друзья найти ответ в замке у Рапунцель? Может быть, поискать в книгах? А в каких? Посмотрим. Все не то. Лалилу, помоги. Заберем с собой плакат. Лаликадабра. Достанем ткань. Распечатка. Разрежем странички. Вырежем обложку. Пособие по спасению. Решим уравнение. Поцелуй любви должен помочь. Thank you. Она у меня. Что там? Нужны две составляющие. Принцесса есть. Нужно найти принца. Устроим кастинг. Я первый кандидат. Не в этот раз, бражник. Я еще вернусь. Я могу украсть не только Рождество, но и ее сердечко. Нет. Следующий. Hey. Что тут происходит? Я возлюбленный Ариэль. Yes. Поздравляем. Поможешь? Я сделаю для нее все. Hi. Ариэль, нужно место поудобнее. Вот отличный вариант. Вперед в мастерскую. Определимся с размером. Возьмем контейнер. Еще один поменьше. Прикрепим фоамиран. Приклеим заготовку. Кованые ножки. Тесьма. Украсим изголовье лепниной. Добавим ракушки. Цветочки. Мягкая простынь. Роскошная подушка. Прекрасное место для сна. Wow. Идеально. Забираем. При
принцессу разбудит твой поцелуй. При всех? Попробуй. Целуй, целуй, целуй. Давай. Ладно, ладно. Пусть получится. Ариэль, вставай. Эй. Что? Поцелуй помог. Мой животик. Нужно в больницу. What? Ну, это такой домик с больными. Okay. Только не волнуйся. Hello? Я помогу. Заглянем в сундучок. Hello? Милые крошки. Сменим цвет волос. Wow. Пора переодеться. Смастерим хвостик. Плавничок. Жемчужинка. Рядом братик. Прелестные малыши. Ширма, не подглядывать. Ага. А вы точно доктор? Да, конечно. Я же в шапочке. Давайте уже начнем. Please. Ну, начнем. Все позади. Не ожидали? Отпусти меня. Как ты тут оказалась? Крошки пойдут со мной. Bye. Для детишек нужно место. Мы с этим поможем. Возьмем старый кушон. Достанем спонж. Облепим воздушным пластилином. Получилась ракушка. Затонируем. Заклеим части фоамираном. Закрепим шпажки. Клетка-кроватка. Good. Теперь вы никуда не сбежите. Unbelievable. Будьте паиньками, ни звука. No. Я же сказала не мешать. Вы у меня такие сладенькие. Yummy. Так бы вас и съела. Лалилу, смастери мне котел. Okay. Возьмем полусферу, затонируем и состарим. Слепим щупальца. Сменим цвет. Прорисуем присоски. Нанесем потеки. Фи, слизь. Прикрепим ручку. Украсим черепками. Нужен слайм. Наваристый бульончик. Yummy. Котел готов. Nice. Теперь главные компоненты. Unbelievable. Oh, no! Отпусти детей. А что вы сделаете? Моя магия сильнее. Девочки превратились в малюток. Теперь никто не помешает. Ouch! Помогите. Стой. Please. Я возьму это на себя. Oh, no! Эрик, милый. Тебе нужны деньги? Бери. No. Я беру только денежных рыбок. Жди меня. Лалилу, помоги. Нужна полимерная глина. Распакуем. Сформируем рыбок. Выложим на противень. Запечем в духовке. Нарисуем значок доллара. Прорисуем чешую. Покроем лаком. Упакуем. Зальем водичку. Держи, Ариэль. Wow. Спасибо. Урсула, я принесла. Теперь ты отпустишь детей. Маловато. Прошу, отпусти малышей. Please. Думаю, нет. Возвращаемся к делу. Эрик, очнись. Good. О, нет. Помогите. Я их спасу! Ты наш герой! Все зря! Как же вернуть ваш прежний облик? Мы еще успеем вырасти! Повеселимся! А можно с вами? Вместе веселее! Ого, ты такая смелая! Поможете мне спуститься? Ребята только рады! Пойдемте играть, мальчики! Окей. Okay.
Рисуем эскиз. Вырезаем. Пишем фразочки. Цветные квадратики. Вырежем и смастерим розочки. Кусочек проволоки. Наносим термоклеем шипы. Ничего себе! Кого собрались так встречать? Школьники заждались новенькую ученицу. О, приветик! Мы любим тебя! Выходи за меня! Заберусь повыше, чтобы все могли увидеть меня. Вам нравится? Челси купается в цветах. Позволь помочь тебе. Мальчики носят Челси на руках. Она так счастлива. Мне нужен новый образ. Снимем мерки. Выберем ткань. Наметим выкройку. Есть детали. Наденем хвост. На прозрачном пластике рисуем плавник. Добавим текстуру термоклеем. Крепим к хвосту. Челси в образе русалки. Так вот, какой секрет она таит. Ага. Well, hello. О, смотри, это она. Какая красивая. Привет, Челси. Привет. Как твои дела? Отлично. О, это Руби. Челси, осторожно. Уверена, у меня получится лучше. Осторожно, фонтан. Девушка превратилась в русалку. Никто не должен узнать. Ой-ой, что же делать? Пс, Руби, помоги мне! Я не брошу тебя в беде! Thank you. Shh, be quiet. Давай отнесу тебя в воду! Я не забуду этого! Немного магии. Эскиз. Проходимся ножом. Очепнем воздушный пластилин. Раскатаем. Сформируем рамку. Голубые брызги. Подставка. Пороемся в песочке. Ракушки. Чудесный морской декор. Зеркало дополнит интерьер. Обожаю быть в центре внимания. Ох, я так прекрасна! Как такую красавицу не любить? Какой-то скучный гардероб. Надо как-то освежить образ. Нерпа, что скажешь? Ты самая красивая. Не то. Слишком тепло. Ты прекрасна в любом виде. И правда, но чего-то все равно не хватает. Короны! Вот чего тебе не хватает! Oh, yeah. Заглянем в коробочку. Новая куколка готова к перевоплощению. Шапочка для парика. Пряди в тон. Нужна стрижка. Протрем личико диском. Наведем глазки. Выбирай, Челси. Мне нравится это. Отлично. Подготовим детали. Скрепим булавкой. Сострочим. Модные брючки. Примерим. Маечка в складку. Белые ботиночки к образу. Красотка повзрослела. Ага.
В городе проходит кастинг на Frozen 3. Не толкайтесь! Как много людей! Все пришли на пробы? Да, очередь! Я слишком шикарна, чтобы стоять в ней! Привет! Здесь кастинг! Эй, тут живая очередь! Пропустишь? Привет! Я ваша новая актриса! Твоя внешность и правда подходит! Красавица! Челси сногсшибательно! Тебя я и искал! Вот сценарий! Мне не нужен текст! Я и без него прекрасно справлюсь! Это несправедливо! Прости! Я слишком хороша для бумажек! Брусочки пенополистирола! Рамка из палочек! Пройдемся кисточкой. Установим петли. Сформируем фигурку из термоклея. Это кораллы. Украсим. Вырезаем и сворачиваем гармошкой. Складываем. Дополняем композицию веерами. Ширма в японском стиле выглядит чудесно. Теперь это твоя комната. Прекрасно. Кого это привели? Вам нужно покинуть гримерку. У нас новая звезда. Возмутительно! Челси, красавица! Yes. У нас примерка. Я буду выглядеть великолепно. Oh my gosh. Шедеврально! Костюм Леди Баг. Правда мне идет красный? Превосходно! Я прекрасна! По всему городу развешаны плакаты с новой звездой. Да-да, со мной! Это была Челси! Я покажу вам настоящую звезду! Так-то лучше! И никакого фотошопа! Разноцветный фоамиран. Склеиваем. Сколько рамок? Фото Челси. Украшаем бусинками. Челси побывала во всех уголках мира. В Лувре экскурсия. Вашему вниманию картина «Крик». It's beautiful. Ой, какой милый человечек! И что тут у нас? Мазня какая-то. Это творение великих художников. Не понимаю я этого искусства. Мое искусство будет смотреться лучше. Девушка заменила все картины собой. Теперь вы можете показывать настоящее искусство. Здесь не хватает усиков. Делали. Кто тут изображен? Бабуля пригляделась повнимательнее. А этот мальчик тоже ничего. Мальчик! Упс! Ой, простите! Челси превратилась в злую русалку. Я вам всем покажу! Тук-тук! Привет, куколка! Снимем глазки. Уберем косички. Покрасим тельце. Добавим текстуру термоклеем. Синие акценты. Ух, красные глаза. Покроем лаком. Красная ткань плюс шаблоны. Выкройки готовы. Примерим. Закрепим плавник. Цепочка из страз. Челси на эмоциях стала злой русалкой. Шутите надо мной? Мне нужно к морю! Челси еле-еле двигается.
Невыносимая жара! Держись, я иду! Выпей коктейля! Жидкость придала русалке сил. Спасибо за помощь. А я отправлюсь на дно. Люди не способны оценить мою красоту. Идея! Я стану повелительницей океана! Вот и корона! Эй, это не твое место! Я королева океана! Спор решит честное сражение! Окей.